Ага. Привет, ребятня! Меня зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. В последнее время вы очень много писали разобрать песен этой группы, а именно Сметана Бэнд, что есть уже разбор на «В моем тихом омуте». Мы сегодня также продолжаем изучать их творчество, и на этот раз я научу вас играть песню «Очки». Сердечки. Да, у меня нет очков именно сердечек, но это тоже пойдет. А да, перед началом этого ролика обязательно подпишись на мой канал, если ты до сих пор не подписан. Почему? Тем более у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютюбе по укулеле комьюнити. И тем более нам с Пепо будет очень сильно приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас, надевай очки, бери укулеле в руки и погнали учиться! Скучно, скучно на местах, слишком стало душно, душно в городах. Лица под копирку, многоэтажка, принтер штампует по утрам, и ты зовешь гулять опять, но бесит твоя жажда жить. Я пробовал все то, о чем ты даже слышишь спросить. Миленькой улыбки, по моим прикидкам, даже 20 лет точно не дожить. Да в принципе людьми не стоит дорожить. Я разбиваю твои очки, сердечки, чтобы так больно больше не было. Очки, сердечки, чтоб ты ненавидела. Ты отомстишь мне, не позвонишь мне, да хоть рви меня на куски. Лишь как тебе, малышка, сишка за сишкой, станет понятна суть моей тоски. Разбор на укулеле. Скажу сразу, мы будем разбирать с вами в оригинальной тональности, без всяких там каподастров, там смещения на А, Ф, С, вот такого не будет. Поэтому сегодня разбор у нас полнейший оригинал. Вся песня строится на четырех аккордах. Первый аккорд — аккорд G. Зажимаем первую и третью струну на втором ладу. И вторую струну на третьем ладу. Далее у нас идет аккорд Фа, Диез, М. Что-то новенькое, что-то интересное. Зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую и вторую на втором. Как легко перейти с G на F, Диез, М. Видите, у нас указательный палец, который стоит на третьей струне, да? То есть вот тут вот. И мы его смещаем на первый лад. Остальные поднимаем и ставим. То есть наша опора — это вот этот указательный, который мы поставили. Еще раз. G. Опа, фа, диез, минор. Если у вас какие-то трудности есть с аккордами, то у меня есть целый ролик на канале. Я там прям пошагово все объясняю, какие могут быть проблемы. Возможно, они у вас есть. Мало ли, посмотри, проверь. Третий аккорд, аккорд БМ. Мы зажимаем баре на втором ладу. И четвертую струну на пятом ладу. Про баре у меня также есть видео на канале. Бумс. Обязательно посмотри, если у тебя проблемы именно с баре. И четвертый аккорд, аккорд А. Зажимаем третью струну на первом ладу и четвертую струну на втором ладу. Получается G, Фа диез, М, БМ, А. И вот эти четыре аккорда на протяжении всей песни играются в этом же порядке. Фишка в этой песне в том, что у нас всегда меняется рисунок в правой руке. Первые четыре строчки мы будем играть тупо удар один вниз на каждый аккорд. Скучно, скучно на местах, не слишком стало душно, душно в городах. Лица под копирку, многоэтажка, принтер штампует по утрам, и ты зовешь гулять опять. Ну а на вторую часть куплета мы начинаем играть с вами следующий рисунок. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Чуть быстрее. Его мы играем на один аккорд. Но бесит твоя жажда жить. Я пробовал все то, о чем ты даже слышишь спросить. Миленькая улыбка по моим прикидкам. Даже до 20 лет точно не дожить. Да в принципе людьми не стоит дорожить. Да, но на последнюю строчку «да в принципе людьми не стоит дорожить» мы просто сыграем удар вниз. Получается «да в принципе людьми не стоит дорожить». Теперь все вместе. Но бесит твоя жажда жить. Я пробовал все то, о чем ты даже слышишь спросить. Миленькая улыбка по моим прикидкам. Да даже 20 лет точно не дожить. Да в принципе людьми не стоит дорожить. Далее три строчки припева мы играем с тем же самым боем. Получается, я разбиваю твои очки, сердечки, чтобы так больно больше не было. Очки, сердечки, что ты ненавидела.
А вот дальше, строчку одну, ты отомстишь мне, не позвонишь мне, мы играем с вами с такой вот болью, два удара вниз на один аккорд. Прямо, знаете, вот с этой ненавистью, с этой вот злостью мы играем именно вот эту строчку, получается. Ты отомстишь мне, не позвонишь мне. И дальше мы опять продолжаем играть с тем же самым боем, который вы учили в начале. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Кому сейчас непонятно, откройте раздачный материал в описании. Обязательно, там все пошагово, если что, написано. Но мы соединим весь припев. Я разбиваю твои очки, сердечки, чтобы так больше больно не было. Очки, сердечки, что ты ненавидела. Ты отомстишь мне, не позвонишь мне. Хоть рви меня на куски, лишь как тебе, малышка, сишка за сишкой, станет понятна суть моей тоски. А во втором куплете первую строчку мы играем «Дико бесит наивняк». И дальше продолжаем играть тот же самый бой. «Дико бесит наивняк». Та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Па-па-ра-па-па-ра. Та-ра-та-та-та. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та. Припев то же самое, как сейчас мы выучили. И третий куплет, в котором всего лишь 4 строчки. Тупо играем один удар вниз на каждый аккорд. Подробно все написано в раздачном материале. Открой, посмотри, прям все пошагово написано, если что. А сейчас именно тебя я благодарю, что ты посмотрел это видео до конца. Если ты хочешь также меня благодарить, то просто можешь поставить лайк и написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Видите, система рабочая, вы пишете, я разбираю, все очень просто. И также не забудь скинуть это видео другу или подруге, которая обожает слушать песни Сметаны Бэнд. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!